Всем опять привет. Сейчас я покажу open house. То есть это дом, выставленный на продажу, и сюда можно заходить, смотреть, что там происходит как бы внутри. Это дом в Ванкувере. Ну, пойдем, наверное. Дом достаточно большой, хороший. Что у него есть? Небольшая такая комната отдыха, зал на первом этаже. Неплохая кухня, столовая. Кабинет. Туалет первый. Поднимаемся на второй этаж. Здесь должны быть спальни. Первая хозяйская спальня. Неплохой вид из окна. Свой гардероб. Своя ванна. Неплохая душевая кабина. Ну, хороший унитаз. Автоматически открывается крышка. Что тут есть еще интересного? Еще одна спальня. Своя ванна, туалет, гардероб тоже, да, в таком же стиле. Еще одна спальня. Еще одна ванная комната. Еще одна спальня, еще одна ванная комната, шкафчики. Посмотрим, что происходит внизу в бейсмент в подвале. Большое просторное помещение, ванна, туалет, спальня.